Здравствуйте, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Европу Нестали за Маньчжурию. Ну что ж, подошло время, когда можно объявлять войну Китаю, Мину. Вот, конечно, почти год прошло с того времени. А также, как вы можете видеть, казна у меня 400, в предыдущей серии у меня было где-то 800. Я опять не принял Ренессанс, потому что выпал ивент, по которому мне дали возможность вот тут поставить распространяться колониализм. Вот я заплатил, нужно было заплатить деньги. Вот я заплатил деньги, я уже думаю, ладно, хрен с ним, пусть будет. И вот оно уже, как видите, потихонечку начинает капать. Здесь уже колониализм, хотя и Ренессанс не принят везде, но главное, колониализм вот здесь вообще как-то растет очень быстро. Вот. Так что пусть растет. Пусть пока растет. Я тут вижу, он быстрее еще распространится, чем Ренессанс. А вот мне интересно, что если у меня будет возможность внедрить колониализм, что с Ренессансом тогда будет? Я типа буду получать вот тут штраф только за Ренессанс, а за колониализм уже не буду, что ли? Даже не знаю. Аж интересно. Хорошо, объявляем войну китайцам. Опять по этому казусбелли, хороший казусбелли, агрессивки там меньше идет стоимости, пробки стоят чуть дешевле. Ну попробуем зайти вот в эту пробку, она тут просто жирнющая, разграбить ее так хорошенько. Ну и тут попутно что-то может еще тоже возьмем, так что объявляем войну, захватить мандат. Опять-таки еще раз повторюсь, почему я не беру мандат небесный? Потому что он у Китая, и когда он ниже 50, вот это значение, Китай получает штраф, то есть они получают плюс 50% урона от натиска. То есть наши войска их бьют больнее, мне проще против них воевать. Почему я не становлюсь империей Цинь? Это, конечно, хорошо стать империей Цинь, но я все-таки надеюсь здесь захватить парочку про, взять сразу эту ачивку, чтобы еще второй раз не играть за Маньчжурию. На синкретическую веру с натуалем. Вот. Плюс, если я стану циням, я потеряю вот этот бонус шока для кавалерии, который у меня сейчас есть. Я потеряю вот этот казусбелли орду против вот всех любых соседей. Да, я тут получу претензии и буду прикольным. Вот, по сути, вторым Китаем стану, но мне пока нравится быть ордой, плюс ордой можно вот снижать, разрять пробки. У орды свои плюсы, у этих свои. Я пока что пользуюсь орденскими плюсами. Может, я и не прав, я не говорю, что я тут, что то, что я делаю, что это единственный верный путь игры, но я делаю так, мне так нравится. Ух ты, бляха, чуть-чуть не поймал, ушмыгнул китаец, ушмыгнул. Надо было, походу, брать не вот эту пробку в предыдущий раз, а взять вот этих две. Тут бы было возле столицы, и можно бы было ударить сразу. Ну, ничего. Денег, как всегда, нету. Колонии. У меня, кстати, еще один колонист. Я даже не знаю, куда отправлять его. Мне даже не нужно тут вообще ничего из этих проб. Была миссия, короче, вот это, колонизировать. Но я взял другую миссию. Ну что мне толку? Не знаю, куда его отправить. Можно вот сюда, на десятку. Вот видите, тут... Ну вот, ну поставил я колонию, и чё? И что я вот с нее получаю? Копейки. Потому что тут нужно делать владение, чтобы что-то получать. А нужно вот это вот все менять, перекрещивать, там всю эту херню, короче, делать. И так не получится, как бы этого хотелось. Так что тут от этой колонизации толку 0,0 в этом регионе сейчас для меня. Вот так вот. Раньше, конечно, было прикольно, ты тут себе получал сразу свою культуру, свою религию. Теперь вон сделали. Спасибо. Спасибо разработчикам за это. За счастливое детство. У них какая-то такая, знаете, мания вот все делать, чтобы сложнее было. Ну, не то чтобы сложнее, я, конечно, не боюсь сложностей, но вот так
поднасрать игрокам, какую-то им палку в колеса впихнуть. Вот что вам вот так было. Какая-то у них такая мания. Такую вот, такие вот дела творить. Ну, это их право. Конечно, многое делать, чтобы было проще играть. Вот, например, вот это, что они вот это вот сделали, это проще, например. Это упрощает жизнь. Кое-что делать, что усложняет. Вот такое. Чем-то напоминает всякие там онлайн RPG-шки, где сначала апает какой-то один класс. Да? Сначала, например, воинов апнули. На следующее дополнение они апают магов. Все бросают воинов, все бегут качать магов. Потом им захотелось каких-то там паладинов апнуть. Все. Нафиг маги. Нужно качать паладинов. Так же и тут. Тут подкрутим, там закрутим. Тут перекрутим. Так, тут я иду немножко. То что-то вот это вот стало. Он сейчас будет подтягивать войска. Будет атаковать, я думаю. Тут берем быстро, кстати. Набирает еще войск. 67, ну до 70 он будет набирать. Это еще этих войн, короче, тут против мина будет еще штук 10, наверное. Пока вот это вот все захватишь. Пока нет админ эффективности, пока нет этого абсолютизма. Это все, короче, будет долго. Долго. И нудно. Долго и нудно. Так, тут все повывозил. Вот тут, смотрите, даже все не вывез, даже не смог. Наси свалил. Так, тут казахские сепаратисты, но там они будут по-любому. Как ни курди. Давай ты вот сюда нападешь. Китаец, давай. Я подтяну свои войска сюда. И мы сразимся. Нет, не хочешь. Кстати, было бы хорошо тройку скорость поставить, а то я на четверке сижу. Так, наш белеет партизан. Партизанин. И чё? 48, да? Хорошо. Ну, не беру больше данника. Я тут клацал по этим странам. Они либо не хотят, либо уже данник и мина. Когда там новые владения нам выдадут? 12 тех, еще 4 теха. Не скоро. Эти займы там. Я тебе дам займ. Нет, я тебе дам займ. Один впереди другого. Че надо и престиж. Ждем. Пока что ждем. Держим руку на пробеле, конечно же. 845, да? Казахские. Ай, пусть себе там творят, что хотят. Не буду там бегать за ними. У них вот это вот все, их культура, они тут везде будут бегать. И в Пермь пойдут, и по Бухаре будут бегать. Наверное, я не знаю. Пусть все бегают. О, приперлась. Че, атакнуть? Рискованно, кстати. Рискованно. Давайте попробуем. Правда, там 10-я теха. 10-я теха, она фланги дает. Кавалерия у них уже лучше. Вроде бы даже в предыдущей войне было лучше, чем сейчас у меня. Чем тогда у меня даже было. Давайте попробуем отступить отсюда. Так и знал, что не нужно это делать. Но тут как бы, ну, как бы не хватает уже войск. А, блин, видите, даже в натиске, в стадии натиска, не получается делать больше урона. Маневренность генералов.
Хорошо. Ого. Блин. Нахрена я атаковал? Три. Сюда отступи. Ну, хреновый, хреновый бой. Потери там примерно равные, но мы больше кавалерии потеряли. Ну и чё ты куда-то идешь? Чё ты тут пытаешься сделать? Ты сюда стал, да? Можно, знаете, как сделать рокировочку. Главное, чтобы тут сейчас не выпрыгнул какой-то монстр. Так, взяли, да? Хорошо. Ты у нас пойдешь сюда. Ты, короче, тоже иди сюда, и ты тоже иди сюда. Ты тысяча, иди сюда сразу к этой армии, чтобы она у меня была там. Ну, тебе нормально пошло дело. Отлично. Минус нули. Ну, реабилитировались за предыдущее сражение. Не совсем удачное. И это замечательно. Хорошо, пока что стоим, восстанавливаем силы. Вообще надо отступить на свою территорию. Там быстрее это все восстановится. Ну, сейчас опять все деньги улетят. Просто деньги улетают. Ну, кавалерия дорогая, что поделаешь. Ничего ты тут не поделаешь с этим. С этим нужно мириться. Так, ребята, секунду, я сейчас приду, немножко отойду. Ну что ж, продолжаем. Я вернулся. Так, ну пока что восстанавливаемся. Что, давай, иди сюда, ты иди сюда. Что-то тут китайцы бегают взад-вперед. Что это им тут надо? Не знаю, не знаю, что они тут замышляют. О, господи. Тут черти что, как всегда, Средняя Азия. Как всегда, черти что происходит. Так, япошки воюют друг с другом. Ну, пусть воюют. Ну же, будем потихонечку подтягиваться. К вот этой вот крепости. Возьмем эту, затем пойдем сюда. Деньжата идут вниз, как всегда. Ну, еще бы тридцатку на армию. Это во мне это. Так, стопе. Да тунг, ну, бляха, там. Там горы. Ну, попробуем. Там 9000. А, там всякое разное. А, ну все равно, короче, он убегает. Ну, естественно. Китайские спринтеры. Знаменитые китайские спринтеры. А ты куда идешь? Ты идешь сюда, да? Сейчас мы тут тебя будем ловить. Тебя вот сюда. А, ну они, наверное, оба хотели стать на Пекин, на осаду. Тик. О-о-о, 3000. И чё, ты куда идешь, Янчжоу? Сейчас мы тебя словим. Ну, поймаем. Зар, нет такого слова словим, ты что, не знаешь? Я филолог, я знаю. Ты неправильно говоришь. Хоба, минус 4000. Оп. Ага, сюда уже, в смысле? Чё? В смысле, я не могу уйти. Все, я могу. Минус 6000, итого 10. Ну и тут еще. Хорошо. Так, давай, может, этих еще поймаем. А, тут даже 3 поймали. То есть минус 13000 мы им только что сделали.
Вот. А тут правим на перехват. Ага, вот так даже может получится. Да, китайские спринтеры тут не уйдут от нас. Это хорошо. Тут равнина, равнина. Вот, если, кстати, еще стану циним, вот не будет вот этого 25% натиска для кавалерии. Так, тут он успел как-то уйти. Не знаю как. Ну и тут нужно восстанавливаться, потому что соотношение очень плохое сейчас. Я буду получать большие штрафы, если у меня не будет пехоты в достаточных количествах. Вот. Так, ты кто вообще такой? Гугенские какие-то. Господи. Где ты взялось? И сейчас опять возьмут одну прову, и Кашмир захочет, чтобы они отвалились. Даст им независимость. Вот увидите. Вот увидите. Я хочу вот тут сделать эксперимент. Так, 6000 у вас тут. Я отправлю сюда колониста. Тут поставлю войско. И попробую вот это вот все вырезать. Мне просто интересно, будет ли тогда здесь наша религия, наша культура. Есть ли смысл вот так вырезать? Так, тут давайте вот так сделаем. Есть ли смысл вообще такое делать? Так, вас, пацки, мы отведем на свою территорию, восстановимся. Ну, неплохо, неплохо. Мы тут их подрезали, китайцев. Так, пока что подождем. Тут абракадабра, тили-пили, трали-вали, колдует что-то там наш безумный. Вот этот вот, бляха, по 10 монет в месяц, по 10 монет, так шух, и нет. Тяжко, тяжко. Так, эти что-то непонятно, что они делают. Тут стояли, пошли сюда. Куда-то обратно идут. О, это замечательно. Это замечательно. Ну, значит, пойдем сюда. Попробуем их тут поймать. Может, эти 15 даже не будут идти. А, сразу сваливает. Понял. Ну, короче, надо идти на какую-то из крепостей. Либо это. А, блин. Ах, блин, ах, блин. Не получится. Может, вот так получится. Или даже вот так. Поймать тут уже равнина. Не. Или, а нет, что-то получается. Что-то получается кого-то поймать. Это хорошо. Чё, сразу двух? Охренеть. Так, Тимон и Пумба спешат на помощь. Хоба. Ну, так себе сражение. Сразу разбежались мухи. Так, 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 так. Ну, вот этого надо сюда кидать. Пехота дохнет, конечно. О, комендант. Содержание армии. Ну, раз уж мы побеждаем вроде бы, и нам нужно именно бабло, так что давайте возьмем на содержание армии. Пусть будет так. 4000. Хорошо. А ну, интересно. Так, так, так. Ну, в принципе, нормально. Можно еще будет взять. Вот так даже. Легко. Тут крепость, тут хорошая провка. Возьмем. Возьмем. Так, тут еще привели сюда китайцев. Казахи. Ой, тут просто трэш. Глаза разбегаются, не знаешь, что делать, что творится. Так, земля, возможности, генбоя, извините, великий капитан, снижение армии, здесь 2-го ранга.
У меня нету денег на таки на такое. 3,2. Да не, мне военные очки сейчас не нужны особо, так как так. Аж так, аж так, аж вот так вот. Мне, блин, деньги нужны, но где я возьму этих денег, если они уходят просто, просто в жух, их и нету. Можно просто армию распустить, вот эти все знамена, к чертовой бабушке. Ага, распустить, тут повстанцам нужно гонять будет. Ну хотя бы одну армию распустить вообще. Половину, например, вот пехоту оставить. А вот это вот все пораспускать. Содержание армии выключить я не могу, потому что у меня колонии, у меня там стоят вот эти мужички, я не могу их, так, это что за суицидники, а ну-ка, 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 оба, а если я вот так, что ты дальше будешь делать, ну тут вроде бы никого нету, не, они прут, они все прут сюда. Ну, значит, я еще этих заберу, тут все равно никакого прогресса. Так, чпокнули полностью. Еще 4000 сейчас должны. Чпокин, чпокин. Так. Так, еще минус 4000. А что если сделать... вот так. Кого я поймаю? Я туда приду 16 декабря, да? Ну тут рискованно немножко. 16, потому что у меня нету пехоты. Опять-таки нету пехоты. 16 декабря. Ну и вообще-то всех могу. А каких всех? Вон, 1000 только. Ну давай вот эту 1000-то и поймаем. А чё? Чтобы слишком борзое не было вот это вот. Вот так и все. И все. И назад. Тик, мин. У него уже меньше войск, чем у меня. Ляпота. Ляпота. Так, значит, я сюда. Так, один брак с Кашмиром. Блин, он опять сейчас уже. Он не захочет сейчас один брак. Угу. Надо потратить престиж. Но с престиж я заработаю, господи. Это не проблема. Что такое? Мнение. Сейчас вроде бы должно успокоиться. Непокорные. Опять нашего дипломата разоблачили, но 50 он тут наколдовал. Это хорошо. Так, один брак заключаем. Ей. Конечно, вот так трачу очень много войск, вот тут они стоят, пополняются. Так, ты отсюда еще не все вывез, значит, стой. Можно было бы еще пойти. Вот тут, кстати, основная, вот вся практически армия вот здесь, вот это вот, находится. Ладно, давайте я отойду, чтобы не агрить их на себя. Так... Пенджабский, еще только вас. Вот сейчас посмотрите. Ну, возьму две пробки, Кашмир сразу их отвалит. Там, чтобы в этой Индии что-то сделать, это, короче, нужно самому туда идти. Самому там все это держать и контролировать. Так, он собирает войска. Что там будет делать? Ага, он будет нас атаковать. Знаете, как в этом мультике «Остров сокровищ». Они тащат пушку. Что они с ней будут делать? А, они будут из нее стрелять. Угу. Так же и тут. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Оставим вот это. Блин, там пролом в стене, конечно, не хочется терять. Тут придется сразиться. Так, 50 админки. Бабло давай. Хоть какое-то бабло дай. Так, минус 4400, охренеть.
Ну чё, уничтожим? Ну просто слишком много войск. Тут тяжело уничтожить, но 24 тысячи. При этом потеряли 6 тысяч. Нормально. Нормально. Какой результатик. Ну, добавили эту анимацию. Вот он типа держится там за живот, отступает. Бедняжка. Да, не зря отсюда свалил. Ну, значит, давайте тут будем вывозить богатство. 14 монеток. Мы бедные, несчастные. В минусах сидим. Бомжики. Тут с торговлей еще этой. Вот, отсюда у меня кидается в Пекин пол монетки. Отсюда, в смысле, перенаправить, что за прибыль получаю, идиот. Что ты перенаправляешь, придурок? Я тут просто менял, видимо, не так поставил. Тут 2.45 зарабатываю. Тут целых 0.78, ого. Ну и тут сейчас должно в конце месяца тикнуть. Посмотрим, может, из-за этого такие проблемы тут с деньгами. Так, китаец, китаец. Не хочешь еще к нам прийти? А то мне так нравится военный счет набивать. Яркенский опять, господи. Да они каждые 10 лет восстают. Мне уже задолбали эти яркенские повстанцы. Они постоянно восстают, постоянно восстают. От монгольских у нас уже нету. Там всяких бурятских, айратских у меня уже не было. Там где-то один раз пришли с Китая. Вот тут этих чахарских. Ну, корейские были, потому что я захватил свежие провки. Так, Шунь тут вижу. Немножко отжирается. Но мы ему помогли немножко. Вот он и отжирается, да? Тут постоянно восстание. Ну, там просто оккупированы провочки. Так, 37 тысяч. Ага, он еще набрал. Видите? Это все наемная пехота. Ну, не только пехота. Войска наемные. Вот рекорды даже не тратятся. Он даже не нанимает свои обычные войска. Он все на наемниках живет. Пипец, сделали имбу сраную. Ну зачем? Зачем было такое делать? Неужели так тяжело нанять каких-то, блин, людей, чтобы они вам потестили эту игру? Дайте им. Ну вот какие-то там вот эти всякие ютуберы. Ну не я, а там английские, вот что у них там по 100, по 200 тысяч там такие есть. Тот же Арумба. Чего вы его не позовете? Дайте ему, чтобы он поиграл, чтобы он сделал вердикт. Все будет у вас нормально. Нет. Мы сделаем херню какую-то. Мы введем имбу. Чтобы вы страдали. Не, ну тут, конечно, не страдаешь, но все равно, ну вот, блин, ну двойная, в два раза дороже сейчас наемники. Ну как? Как 63 наемника можно содержать? То у меня просто мозг взрывается. Тут своих еле этих, сколько там, 50 тысяч сдержишь. Это свои. Ну правда, да, тут кавалерии до хрена. Но это свое, родное. А ты ему уничтожай, уничтожай, уничтожай. Хрен там. Все равно. Что было, с чего начали, тем заканчиваем. Вот. Воевал он против этого Лансанга. Там до хрена потерял войск. Просто до хрена и денег. Но опять клепает. Извините, наболело, так сказать. Но тут бы можно было замутить вот такой вот. Там 11 далеко. Эти пока тут ничего не взяли. Давайте попробуем. Десятка. Ну, десятка придет 30 против. Ну, по идее, все должно быть нормально. Ей. У меня только войск тут нету. Ей. Так, ну и чё? Лол. Одна прова. 12 километров не хватило. 12 километров, чтобы вот это закорить. Придется через, ну, противопачи воевать. Еще и Пима с Рима. Ну, апачи, ну, у них там есть войска. Немало, я думаю. Ну, ладно, пока топаем сюда.
А флот мой транспортный, конечно же, где-то. Черт знает где. Он здесь, да? Да, здесь транспортники. Давайте вот тут попробуем вырезать вот это все. Несколько раз, наверное, нужно будет это делать. Так, транспортники, они пойдут через вот это вот все. Сюда пойдешь. Сюда. Ну, короче, сюда пока что. Нужно было бы прихватить, конечно, вот эти, дождаться, пока они все вырежут. Вырежут. Сколько раз это нужно делать, интересно? Ну, вот видите, культура, не это вот не поменялось пока что. Сколько она стоит? 20. Что-то дорого. Ну, ладно. Там можно, в принципе, нанять еще. Вообще, сколько войск там есть? Апачи, да? Можно вот так сделать. 11. Какая у них тихо. 6 у меня, 9. Ну, не знаю. Да нет, так, наверное, не получится. Так, здесь сразу сюда. Так, ну, хороший бой. Много пехоты ему вырезали. Тихий, не берем. Тут, кстати, скоро будет лимит. Ну, придется потратить, ну, а что поделаешь. Так, что там у меня с колониализмом? Ну, уже 3 пробки есть. С колониализмом тут еще скоро, тут скоро, тут не скоро. Тут 50-50. Тут еще долго, тут скоро. 30. Ну, потихонечку капает. За 1000 можно уже внедрить. Только где взять 1000? Тут распространяется. Еле-еле, но ползет. Главное, что ползет. Ну, надо страдать. Тут, наверное, можно как-то и не страдать. Где-то бабла набрать. Бруней, например. У него там должно быть много бабла. Наверное. Тут сидит, против никого не воюет. По нему, кстати, как-то... Ну, чуть-чуть там что-то распространяется. Но не должно много быть бабла. Правда, он тут все застроил, конечно. Но все равно должно быть много. Тут вот это вот поставил. Толку никакого от этих колоний. Только деньги потратил. А-а-а. Что ты делаешь, идиота, кусок? Что ты делаешь? Ей, у нас прибыль. Круто. О, кстати. Южная Америка. Ну, давай в Южную. Угу. Сюда пошли. Ты ничего. Пенджаб еще не отвалился. Сколько там, когда тут, походу, я не успею уже казахов ничего с ними сделать, отвалятся и так. Ну и хрен с ними, пусть и отваливается, их все равно захватит там или Московия, или Пермь. Так что такое. Тут еще будут и будут восстания. Тут что-то китайцы не хотят идти убивать. Сюда что-то залезли. Тут вообще какая-то дичь творится. Шаньдунские. А, это вот здесь. Блин.
опять разоблачили. Капец. Как они это все вычисляют? Какие-то юзы. Ну, пока ждем. Какая это уже третья война вроде бы, да? Да, третья. Против Китая. Оккупируйте тут, да? Ну, оккупируйте, оккупируйте. Что у него по войскам? 65, да? Все наемники, ну практически все. Московия 46. Окей. Ей. Не поймаю тут, конечно же, да и не хотелось. Да и не особо-то и хотелось. Ну давайте пойдем сюда, порядки немножко наводить. Вот так. Тут сейчас восстанут. По-любому. Не, ну если взять мужика на беспорядке. Но его, конечно же, нет у нас. И поднять стабу. То никто не восстанет. Ну, это где-то из области фантастики. Что ты такое можешь сделать? Так, попробуем этих 8000 погасить огонек в их сердцах. Так, эти сюда прут, да? Так, ого, нормально, 11000. Стопэ, иди сюда. А тут горы везде, да? Угу. Я нападать не буду. Тут я пойду вот этих 13 попробую найти. Бухарский. Вот это... А, блин, корейский уже. Казахский опять. Так что только восстали. Только восстали. Ну, сейчас тут разберемся. Главное, что у них нету генерала. Так, тут поймаем тоже. Попутно будем вырезать. Ну, еще, видите, не поменялось. Наверное, должно быть 1000, что ли. Или это просто имеется в виду войска вот эти вот. Что у него тут есть. А население там типа побольше. О, видите? Да. Да. Оно от этого зависит. Хорошо, будем знать. Будем знать. Так, ты куда идешь? Ты идешь сюда. Сейчас мы тебя поймаем. Запросто. Так, тут всякие мелкие бегают, гадят. Попутно, да? Монгольские. Угу. Это вот тут, да? Поднять нельзя. 60%. Можно уже... Да, можно заканчивать. О, 700. Кстати, должно хватить. На принятие. Вражду со мной закончить. Не, пусть будет, что. Репки заплатишь, заплатишь. 87. Ну тут просто я беру очень две богатые провки. Богатые. Еще бы вот эту крепость взял. О. И мне этого хватит. С головой. И опять с повстанцами бороться. Да. Опять. Все по-старому. С Пекина уберешь? Нет, не уберешь, потому что слишком дорого. Ну, давай вот тут убирай. Что можешь. Что там еще есть такого? Ничего такого нету дешевого. Отсюда нет. Ну и все, нет смысла дальше воевать, мне кажется. Бабло взяли. Провок немножко взяли. Ну и все. Че. И дальше рвем когти. Сюда. Может, тут попробуем что-то сделать. Хотя я сомневаюсь, что успею.
Так, 980. Давайте внедряем. Ну, хрень, наконец-то. Меня уже задолбало. Реально задолбало. Берем тихи. По 700. 600. 700. Можно было бы, конечно, вот тут еще. Кстати, сколько... Да нет, я тут не внедрю. Там 1000 нужно... Ну тут будем ждать, тут уже такое. Так, тут что мы делаем? Вот это вот. Это вот делаем, это вот делаем, это делаем, это делаем. А дальше, что я хочу? Ай, блин, забыл на кого-то напасть, ну ладно. Тут придется так разбираться с повстанцами, тут их будет до хрена просто. Тут крепость. Ну, пусть будет. Так, что я от этого вывезу? Ну, сначала нужно взять тут что-то. Или идею, или технологию. 10%. Ну, давайте возьмем. Возьмем. Еще 10% скидки, капец. Жесть просто. Ну, там просто есть вот эти индусы, которые там побрали. Ну, 11-й. Тут отстало, и тут 10-й. А, тут, наверное, Московия дает. Не, 11-й. 11-й. Ну, не знаю. Кто так, такую скидку дает? Офигенную. А чё, не знаю, не знаю. Посмотри, возьми, чё ты. Да не, соседи. Кто? Кто так развит? Круто. Но у нас уже мин точно не дает. Эти тоже не могут давать. Тут тоже все запустело я. Тут 11, так же, как и у нас. Тут более отсталые. Не знаю. А может то, что просто в месяц не прошло, оно тут сохранилось? Возможно. Ладно, ладно. Берем. Дает дистанция, кстати, дистанция. Можно красть технологии. Берем. Ну и тут тоже давайте 700-300 мне хватит закорить это все. Не знаю, не знаю. Да, хватит, хватит. Я еще разорю эти пробки, наверное, да? Да, я разорю. А хотя тут есть лимит, нормально. Тут можно уже разорять. Я буду их разорять, да, тут культура, там все, все дела. Но я все равно не могу сейчас сделать здесь владение. Вот. Так что нужно разорить. Даже так они получаются очень хорошими. Ну и все. Блин, вот это бы еще скинуть. Сейчас посмотрим. Ну вот это я бы взял. Тут еще и скидон такой хороший. Вот это можно уже отбирать. А тут? Ну не знаю. Брать, не брать. Да ладно. Возьму. В хозяйстве пригодится. Да, да. Так, ты. Ты беги сюда. А ты стой тут. Тут сейчас вон будут монгольские всякие разные. Корейские. Вот тут китайские будут по-любому. Угу. Значит, ты тут стой, а ты все равно быстрее дойдет. Так, семейное счастье. Угу. Ага. Ну, возьмем деньги. Минус 12 тысяч. Кинские. Угу. Ну, тут можно подключать.
Можно. Тут будет восстание, тут будет. Какую из крепостей оставим? Давайте вот эту оставлю. Она, мне кажется, она вот тут перекрывает. Тут немножко, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Правда, через вот эту тогда они смогут бегать. Да, они через вот эту сейчас могут бегать. Что было, что не было, тут крепость. Тут оставим. Тут такая достаточно стратегическая позиция. Так, экспедиция. Давай. Ну и чё, я тут могу даже сюда вот сразу тут воевать. Тут уже дистанции хватает с головой. Тут только осталось перевести войска. Вассал Тараско. Тараско, я не знаю, что там такое. А, вот есть Тараско. Колима, Тлакопан, Астеки, Сапотек. Короче, тут нужно тысяч... Сколько? Третий? Это как? У него третий до сих пор за 100 лет? У него третий тех? За 100 лет? Капец. Просто жесть. Но тут, ребят, тут все равно нужно брать пехоту в основном. Тут горы, тут от кавалерии не будет толку никакого нашей. К сожалению. К сожалению. Так, кораблик, иди ремонтируйся. Да, пока что иди. Ну ладно, будем на этом уже завершать серию. Я тут сам буду с этим всем дерьмом разбираться. С вот этим вот всем. Там переведу войска. И тогда мы продолжим эту замечательную приключенческую историю. Хорошо, на этом с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего. До новых встреч.